Анастасия получает красный диплом. Теперь она учитель начальных классов. Профессию выбрала потому, что нравится работать с детьми. Выпускницу уже ждут в школе станицы Анапской. Я там в школе проходила практику, присутствовала на уроках моих заучи, поэтому понравилось и решила взять меня. Очень страшно было, но дети такие открытые были, что сразу все схватывали на лету и отвечали на все мои вопросы. Вместе с Анастасией красные дипломы получили еще 50 выпускников. Здесь отмечают, с каждым годом отличников учебы становится больше. Хорошо учиться, уже престижно, модно, интересно. Но опять же, работодатель смотрит на диплом. Или там одни тройки, или там четверки-пятерки. А если красный диплом, значит человек очень ответственный и серьезный. В этом году вуз и колледж окончили около 300 человек. Примерно на 50 больше, чем в прошлом году. Анапа сегодня нуждается в любых специалистах, в любых тех, кто любит сегодня этот город. Сегодня нужны нам и преподаватели начальных классов, нужны нам и дизайнеры. Сегодня нам нужны просто те люди, которые сегодня влюблены в нашу Анапу. И я вижу, вот, смотря на вас, я радуюсь, что у нас есть такие ребята. В новом учебном году среднеспециальное и высшее образование здесь начнут получать около 400 юношей и девушек. Прирост за счет трех новых направлений. В анапском филиале МПГУ начнут готовить учителей математики и информатики, истории и обществознания, а также педагогов для работы с особыми категориями детей. Прием на бюджетные места идет по специальностям учитель иностранного языка, а также педагог дошкольного образования.